Всем привет, дорогие друзья, с вами Рамп, и сегодня мы, как вы уже наверняка заметили, играем в Crossfire. Да, Crossfire я давно не записывал, вчера попытался. Точнее, записал небольшой рассказ о ближайшей судьбе канала. Так. Еще одна попытка записи. Будем надеяться, удачная. Ох, с другой стороны, если вы это видите, то, вероятно, удачная. Я вообще разучился стрелять просто в ноль. Очередь выпустил. Ух ты, я еще и убил. Пока что мне везет. Ну как везет? Я еще живой. Случайно кому-то в голову попал. Бывает. Ой, еще кому-то в голову попал. Ну не везет людям. Повторюсь, совершенно случайно в голову попал. Так. О. Да, на этот раз не очень повезло. Сначала захотел поменять оружие, потом решил убить его с пистолета, случайно подобрал оружие, убился. Как-то так. Вот прям удачно так слепо кинул. Так, еще один заход. Если кто, нет, жаль. Довольно сложно было что-то в этот момент комментировать. Так что, извиняйте. Комментировать получается далеко не всегда. Пока игра идет. Это FP случайно просел. О, как меня лагает. Даже непривычно с 30 FPS играть. О, что ж такое. Секундочку, сейчас я приостановлю запись и продолжу снова. О, да, 90 FPS. 90 FPS это круто. Давайте что ли со снапа побегаем немного. Тем более, что скоро она закончится. А если даже не поиграл. Ну, с снапа играть не умею. И, вероятно, будет геймплей со снапа довольно скучный. Да, все-таки поменяю. На М4-1. Все-таки с ней несколько веселее, экшона больше. Так, конечно, их настреливать проще. Но менее интересно. Отколочная.
О, да. Вот сейчас в самый раз нужно 4-1. Вот не люблю этих людей, которые кидают слепы. Ладно, во врагов. Но зачем в меня? О, калаш. Калаш — это вещь. Калаш — это хорошая вещь. Мне очень повезло, что меня не убили на самом деле. Потому что меня не убить довольно сложно было в этот момент. Вот еще одно. Нет, ни одного. Ну ладно. Встретимся на следующем раунде. Итак, мы продолжаем. Поиграем на этот раз на поместье. На поместье я, по-моему, вообще никогда не играл. Рад, что ради миссии. Так, пока беру значок FPS. Будем надеяться, никто не появится. Нет, все-таки довольно скучно со снапа играть. Так что идем в атаку. Ну, ладно, насчет скучно я погорячился. Играть довольно весело. Вот только как бы не убиться случайно. У меня это очень хорошо получается. Ну как я мог промазать? Да. М4-1 берем. И в атаку. Так. Зачем с пистолетом только бегаю, непонятно. Опять случайно в голову попал. Ну, в этого вообще не попал. Бывает. Но побежал. Отомстили челу. Случайно. Опять же. Ух ты, это что такое? Хочу все. Да. Запарили слепить. Ну-ка высунься. Да, ну, вероятно, уже по... Нет, живы еще. Четыре-один. Бронз. А, интересно. Да, всех покоцал помаленьку, но ни одного не убил. Бывает. Да, не то подобрал. Ну да ладно. Верните мою М4-1. О, теперь круто. М4-1 рулит. Что ж, я все в одно место бегу. Побежим в другое место. Не побежим в другое место. И идем туда же. Ой, убил. Ну, вот это было очень неожиданно. Я ждал все, что угодно. Но не это. Этого я никак не ожидал. Интересно, у меня месть на нем будет? Нет, было весело. Что у меня за привычка после каждого выстрела перезаряжаться?
Плохая привычка. Надо стучаться. Да, только сказал, надо стучаться. Ага, не, я передумал. А теперь пойдем. Ха-ха-ха. Нет, попал. Я надеялся, что он мне не попадет, ну ладно, бывает. Вообще обнаглели. Сейчас их поубиваем всех. Просто очередь не туда выпустил. Уф, ладно, надо играть, начинать аккуратнее. Хотя бы немного. Он кому-то отомстил. Вот так хорошо встали. А нет, плохо. Да, странно, почему-то я его не убил. Я был уверен, что я его убью. Опа. Ну да. Глупо было надеяться, что он не ушел. Да что торчит такое? А, все, понял. Я думал, это враг торчит. Так же хорошее место. Ты как здесь оказался? Так, иди сюда, сюда, иди сюда, сюда. Ладно, встретимся в следующем. Хотя нет, думаю, на этом мы закончим. Так что, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Ну, и на этом всем пока.